Всем привет! Сегодня с вами опять я, Ник. И таким вот прекрасным осенним сентябрьским днем я решил записать вам небольшой ролик про свой платан. Уже 2 сентябрь, 20 числа, и он вот так хорошо подрос. Вот у него развиваются красивые листья. Так что он уже потихонечку приобретает вид, который должен приобретать платан восточный. Я надеюсь, что это он есть, как я вам уже рассказывал. Вот, в принципе, опять же, за сезон никакого ухода, никакой подкормки, потому что он у меня плохо реагировал на подкормки, рассказывал уже. Вот, но при этом он выдал хороший прирост. Он обогнал прирост прошлого года, значит, все же его пока устраивают условия. Я подумал, что, скорее всего, я буду пригибать побег этого года вот сюда, потому что я хочу его сохранить целиком. Я не уверен, опять же, в его хорошей зимостойкости, поэтому лучше я сделаю так. Вот, в любом случае, я могу его или потом пустить по земле, или же, если он будет пытаться становиться деревом, я его отпущу вверх. Мне это не сложно. Вот, в принципе, краткий репортаж, просто показываю вам чудесное растение, чтобы кто-нибудь, может, поделился своим опытом выращивания восточного платана, и, может быть, сеянцами, саженцами, потому что я хотел бы еще растения попробовать эти. Уж больно они мне нравятся. На этом все. Всем пока с вами. А, нет, еще не все. Подождите. Хочу вам показать фиалку душистую, которая цветет в сентябре. Они обычно должны цвести весной. Но это решило мне цвести осенью. Ну, весной она тоже цветет, кстати. И меня очень порадовало. Вот, а это просто тут керамика стоит. На этом все. Всем пока, с вами был Ник. Хорошего дня. Удачных посадок.